Сейчас будем выигрывать миллионы. Сколько тут всего количества такое? 20 билетов. Нет. Так, Андрей, тебе надо еще 2 билета взять. Ну давай, сейчас поставлю. Где там? Закончилась наша игра. Выиграли мы вот эти билеты. Сколько, Катя, считала? 7 билетов выигрышных. Ты что вот так вот? Не расстраивайся. Вадик не выиграл. Ну ты же сразу сказал в начале. Ну да, да и пофиг. Все, ну вот поедем. Деньги получим. Ну что-то получим, может, билет отобьем. 1 миллиард рублей. Нет, навряд ли. Так, ну что, у нас сегодня 7 января. Праздничные дни летят быстро. Рождество на дворе. Нож покажи какой. Кованый. Конкретный. Папин? Угу. Сейчас будем резать. Вот какая рыба. А так режь, чтобы потом Катя ее порезала. Так... Угу. Даже этот остался. Орган. А что это был за орган? На вкус определишь? Сердце или что? У него вот эти вот чешуйки, они очень жесткие, и по ним не режутся, а режутся между ними. Ой, запах от него, конечно, стоит. Они толстые? Как она называется? Осетр. Осетр. Горячего копчения. Ну, только надо резать острым ножом, потому что если а не острым, снизу тоже, да, чешуйки, она которые не режут. Какой ложить? Так, это надо, чтобы... Давай пока вот сюда, на эту, а потом Катя там, потом я ее помою на шашлык. Слушайте, у нас сегодня снежная погода. Хотели жарить шашлыки, а в какой-то веке пятигорский снежочек идет. Ну да, не сильно видно, но в общем слегка идет. А мангал, так как у нас открытый, жарить не получилось. Поэтому весь шашлык у нас в духовке, на плите, вот у нас курица. Замаринованная как шашлык, вот только в духовке готовилась. Тут нутрия. Я вот такой кусок оставлю? И свинина. И разрезать его. Ты что, кто же его съест такой кусок? Еще разрезай. Еще? И эти тоже толстые очень получились куски. Почему нормально? Сделал, что и наелся. Андрей, вот этот придется вот здесь еще пополам вот так. Ну, Кать, ну реально. Ну, это огромный кусок. Что, реально, что ли? Да. Вот так Катя ему. Катя вообще вот по плавник этим вот так. Обалдеть, ну вы что? Плавничок вот так берешь, вот здесь надрезаешь и пополам его еще режешь. Блин, да? Ну, ты как хотел. Не срезай, а между этими штучками, вот смотри. Вот так вот, между прожилочек вот здесь прыгнешь. Да, вот так. А потом вдоль, да, и вот так где-нибудь там пополам его, да. Вот так. Отлично. Вот. Прекрасно. Ну, я так эти оставлю, так, такими. Сейчас да. Просто начну резать, а не это. Ну, уже-то да, да. Мясо. Хорошо. Идемте покажем наш стол с елочкой. 2 часа дня, на улице еще светло, поэтому... Свет с окошек. У нас бутерброды. Естественно, куда без такой классики. А это подложка, подготовленная под рыбку. Листья салата. Рыбку сейчас выложим, голову подопрем зубочистками, чтобы она кверху смотрела. Оливки, лимончик. Украсим сейчас все красивенько. И будет ляпота. Еще должны приехать мой папа, сестра и племяшка. Фотик, треножка, у нас все подготовлено к съемке. Это у нас еще с Нового года шарики. Учитывая, что у нас малыш, мальчик. И тесто. Оно, кстати, уже подходит, уже прям хорошо такое приподнимается. А собирались делать на шампурах, вернее на шпажках,
сулугуни, черри, вот так на палочку, все это тестом обматывается. Очень вкусная штука. Но учитывая, что все-таки на улице снежочек, то не до шашлыков. И погода минус такой идет. Холодный, в общем, ветер. Не разгорится у нас мангал. Ну ладно. Сделаем сейчас в духовке. Сейчас я принесу. Говорят, не поздно вчера, а не после вчера. Смотрите. А это там? Дед Андрей. Другой. Смотрите. Тут это. Мама. Это наушники. Мама это любит. Другой ты не художник. Нет. Вообще. Сейчас я возьму это. Может, муж шампань? В контейнер. Слушай, не сиди, не сиди. Папарацци пришел. Это фото или видео? Видео. Видео. Пожалуйста. Катина произведение искусств. Как это называется? Фантазия. Ну, вообще-то это должно было быть на шпажках на костре, но так как погода подставляет немножко, да. Получилось... На что-то шпажек не хватило. Здесь сыры, помидорки, внутри мини-пирога. Чуть-чуть они, конечно, подо, но ничего. Вытекали. Они подостынут, да. Остынут. Да, и остынут, и легче будет достынуть. Так уж. Внучок, привет. Встретимся скоро. Имя еще не выбрали. Да, выбираем имя. Так что посмотрим. Маме сказал про имена? Нет. Мама, реакция снимай. Не, не надо. Андрей меня спрашивает, как имя Оскар? Оскар. Что помочь мне? Оскар Андреевич. А Кать, ой, да, Маша уже все это. Оскар? Да. Че Оскар? А еще какое имя? Амадеус. Это какой-то... Где-то я слыхала уже это имя. Вольфганг Амадеус Моцарт. Амадеус. Да, песня такая была, Амадеус. А, Амадеус. Точно. Только надо это, чтобы вспомнить сразу. То забудем, как сына зовут, да? Эй, тебя как там, да? Все готово уже сейчас. Катя, что, мне минутку. А вы можете присаживаться на вчера? А что же мы без тебя? Блин, простите, но я сейчас, я быстро. Андрей, ну пожалуйста, ну не надо прожектором светить, мне же не видно, где я намалевала, а где нет. Да ё-моё, ну Андрей, ну Маша вот снимает, что так красиво. Сыночек, чтобы потом мама потом поглядела. Андрей, ну я так реально с таким прожектором не вижу, насколько так, я нахлачу. Так, Андрей, ну что, тогда это? Чё? Я достаю вино. Да, достаю вино. Показывайте холодильник. Людям покажем. Вино. Пожалуйста. Шампанское. Боско. Ну там продукты. Так, будешь открывать? Да, сейчас там папа откроет. Андрей. А надо штопор взять. Ну не видно же мне ничего. Открывай бутылку. Ой, не люблю я такие пробки, если честно. Потихонечку и надо. Надо придерживать. Чтобы она не ездила. Я когда-то такое открыл, когда у Сашки после выпускной мы отмечали на выпускном. После 10-го курса. Красиво? У меня в потолок как ударило, даже это. И вот так осталось всего в бутылке, все в потолок ушло. Выпили шампанского, да? Вот за столом. Я потом капал туда. Так, а ну тогда сядет на этот диванчик. Дай куда-нибудь чаду, да? А мы сидели в этом. А это все пиштопора? Я думала, ну это... Колось. Точно. А можно мы как бы начинаем сидеть? Четыре банка нас... съел, да? Да не он, гостя. Вот, ну. Это ты потянул или шарик тебе сам потянул? Сам, он же это... А он электризуется, у папы шит, свитер, что с ним?
Так они еще долго это. Что? Офигеть! Сказали, они будут буквально дней два и начнут туда опускаться. Ага, один. Блять, когда цветет, ты нельзя. Что будешь говорить? И я вот да. теперь. Что ты будешь говорить? Давай стишок какой-нибудь, Вадик. Не знаю. В смысле не знаю? Сейчас. Подожди. Я сочиню рэп. Ты можешь сочинять? Да. Я думала, ты будешь снимать, когда сын что-нибудь там балакает. Возьми распутать сам. Там просто надрезать и все. Сразу в рот засовывать. Надрезать, надрезать. Я не знаю, у меня шнурки. Сейчас, подожди. Все с тобой понятно. Как, ну, обычно, это, значит, такие гелевые. Это, ну, гелевые, да. Ну, я же, блин, себе сделала ногти. Дайте я сделаю. Так этого Толстого раньше никто не знал. Это он в клипах там поснимал. Да, помните, как ту модель позапрошлого на Евровидении выдвигали? Little Big. Да, и вот он же там у них. Да, он там танцевал. А пробился он в танцах. А, так он в танцах еще был? Да. Растолкал всех, да? Да, в смысле там, в смысле папа, он пухляж, знаешь, как танцует? Не знаю. Где-то. Ну, за счет своей массы всех растолкал. Андрей, да, в смысле, там встали все, там весь зал встал, когда пухляж танцевал, на танцах. И, конечно, за него все боролись, даже Денисова. Они там, наверное, на узел его завязывают. Да. Прям конкретно. Почти. Придумал, что там резинка есть, поэтому ты эту всю пипочку в рот засовываешь. Так, ты вдыхай. Катя, отпусти, ты главное вдыхай. Не отпускай сразу всю пипочку, давай. Глубоко прям. Вдыхай. Вдыхай. Ртом. Говори. Хватит. Рождество. Ничего не надо. Все. Я что, зря? Ну блин, я что, зря вот это вот? Не изменилось. Да на дырочку. Не, первый раз изменилось. Первый вот этот как беличий такой. Не, маленький, давай, наверное. Да нам надо побольше, наверное. Нет, он уже сдувается, второй, который вверху. Дед, достань его. Да, за ниточку дерни, что ты? За любую, это? Да. Я достань его. Я что, прыгать должен? Давай еще раз, да? Да просто надрезать там и все. Там не надо вот так вот. Просто надрез маленький сделать и все. Да. Сейчас все шарики перепробуют. Серебрин будет с этого слезать. Блин, прикольно, в первый раз изменилось. Тут надо быстро сразу так, а теперь это нужно. Да, вот так и, короче, и там надо чуть-чуть. Так нет, наверное, надо вдохнуть, чтобы он во рту остался этот воздух или так. Да. Там же можно вырезать, да, Андрей? Ну да. Что, опять? А ну всасывай. Втягивай. Не смеши. Нормально, нормально. С Новым годом. С Новым годом. Пошла. С Рождеством. С Новым годом, Рождеством. Да ты на него. Нет, там телезон все вышло. У тебя что, телезон, что он выходит? Я понять не могу. Его вроде в себя, но у тебя обратно. Давай ты мастер-класс покажешь. Я открывать вот мастер-класс покажу. Давай, а... держай. О, хороший какой. Пальцы, ну давай разок. Покажи всем мастер-класс. Блин. Так, главное через рост на него. Годом. Да эти шары не буду, чего глупости делать. Подожди, дайте попробовать. Новым годом, с Рождеством! Я не знаю, как у тебя это через основу выходило. Ну тут еще хрипучий голос. Он, наверное, через нос все это. Ну, да. Она вдыхала через нос все. Я? А батька, наверное, я нет.
когда шарик крупный, в нем гелия больше вот этого, ну как? Да, и на дольше хватает, оно пискляве получается. И да, он попискляве. Да, там еще много. Ты на что это намекаешь? Еще много. Я могу тебе развязать, хочешь? Я уже это научилась. А твое, по-моему, баба Катя была Ирина. Была бабушка Катя. Баба Зина на мать. На Шура. А, на Шура. А Катя у кого была? Или Катя у отца была. Не у Зина, а у отца, наверное. Приду, приду. Ну, это по мать, мать. Наверное, Шестакова была бабушка. Может быть. Года назад поменяла котел, слава богу. А то у нас было по 13, по 14 тысяч коммуналка, да? И топили улицу. А дома было холодно. Ну как холодно? Ну прям достаточно. На полный включали котел сюда. Ну он такой, станкоремзавод еще их выпускал. Газовики, это пожиратель газа. Сейчас. Делаю кулачок. Давай, давай ты. Ой, да не, стой. Да, теперь я. Я еще дай мне посмотреть. А у тебя фото или видео? Видео. А надо? Предупреждать. Да, третий шарик сдувает. Ну, все были плохие какие-то. Конечно, все плохие. Ты один хороший. Я пошел, мне смеяться нельзя. Ну, конечно, нельзя. Что написано? О, да ладно. С Новым годом, семья Гладских. Прикольно. Да. А ты что, без сахара пьешь чай? Да, с конфетой. А, так не пьешь-то? Или тогда сладкий? Ну, я здесь сладкий пью. Ну, интересно, что это такое. Всем помочалка как сейчас вата, будет. Да? Она по кусочкам, что ли. Она, знаете, особо сильно ничем не пахнет, я бы сказала так. Покажи вблизи. Да, как вата на вид. Ой. Сейчас. Сейчас фокус наведу. Я тебе сейчас дам эту штучку. На рукой пошили? Да, ну вот он. Фокус не наводит. Вообще не наводит? Ну, она просто беленькая. Есть сахарная вата? Наводит фокус? Сахарная, она беленькая пуля, а это такая красивая. Попробуй. Один в один, как сахарная вода. Сахар, да? На коробке написан текст на русском и на казахском. Наверное, да. Думаешь, я тебя не сниму? Покажи. Опять ты? Так, ну, сначала подбрюзу на снеговик. Нет, в принципе, пряник-то вкусненький. На что похож? Пряник? На пряник. Как, ну, пряничный, который мы собирали? Нет, мы собирали, это был более имбирный, прям там конкретный имбирь. Но все равно мне, видать, мед добавляют, Андрей. Он, видишь, по цвету это. Медовый. А? Медовый. Вата. Фишмание. Пищевая вата? Да непонятно, какая вата. Да, она прям вата. У тебя и целый квадратик-то.
А можно я тоже вот так чуть-чуть? Да. Не целый, а... Как вот там. Детская, прикольная. Посмотри, Выбираем мой целый квадратик. Да нет, он... Ну как уж вышло. Ой. Это вот такая штука. Это пшеничная. Классическая написана. Ну, поэтому такой цвет на нее. Вкусно. Вадь. Рождественское чаепитие. Вадя. Чаек можно пить. Цепочка не спадает. Но все равно лучше закрепить. Так она и так закреплена, что ли? Нет, плохо там она. У него еще разъемчики есть. Да, могу показать сейчас. Я вижу. Там в замочке маленькая такая щелочка. Да я вижу, нет. Ну это ты снял. Я сейчас там здесь могу. Давай. Какой блестящий фон. Отопленное молоко. О, надел. Хорошо. Только теперь не снимай. Да ему немного. Ну нет, рот возьмешь. Глотнешь, и он сразу потает. Это что? Как вата. Будто и нет. Вата сладкая, пробуй. Очень вкусная. Бери, блин, целую. Бери. Бери, Вадь. Всю бери. Ну что ты взял? Разлохматил. Давай всю эту. Ну это, конечно, вкуснее, чем обычно. Можно я себе бороду сделаю? У тебя усы уже свисают изо рта. Бери целую, блин. Да? Да. И все в рот сразу. Только на столу. Нет, на... она сыпется, Ваня. Давай жуй-жуй, не упихивай. О, вообще. Только над столом, вот так. Это же люди? Когда вырастет, будем показывать ему. И на аватарку поставим. Девушке твоей покажем. Жене твоей будущей. Топ-кадр. А как он больше ел? Помните на витамины? Конечно, помню. И как он храпел на заднем сиденье с открытым ртом, где сидел, спал. Мой родственник, я так же сплю. А зато у меня живот не было видно. Зачем? Ой, спасибо. А зачем ее должно было быть видно? А его тогда не было. А сейчас есть? Да. Ой, ты, господи, живот у него теперь есть. Вы это в YouTube будете снимать? Конечно. На строительный кипятик. Сумма! На стекло. Смешно. Уже это есть? На стекловато похоже. С виду, да. А так вообще топленое молоко напоминает. Она же настройку придет, да, ставит так, подумав, что стекловато ешь. Упаковал и продавали. Работник такой работает, отщипнул, да. Так стекловато поел. Да, глянь, как на свинячем. Да, знаешь. Да, это, обычно это без сахара, она такая фритерная, чуть-чуть сладкая. Все, давай туда пихай. Пихай. Что думаешь, рукой закрылся, не видно? Почему я рукой не мог закрыться? Ну, дяде Андрею это не помогло особо. Она прям все с собой тут. Это раз это, Вадька. Что там, расцелепал?
Она же этими как кружками там или шариками. Опять. Вот если бы они были поменьше в два раза, и было один взял, положил, и было бы отлично, да? А так крупноватая немножко. Да. Не у каждого такой рот здоровый, чтобы за один сразу засунуть. Да. Ну что, продолжаем шутить? Ага. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Night away, older. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. Till the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Can't see ya. So let us dance this night away.